Давным-давно жили-были три поросенка. О, у этих свиней была веселая жизнь. Они пели, играли в игры, танцевали на лугу и спали по 6 раз в день. Но для всех маленьких поросят наступает время, когда они должны отправиться в самостоятельный путь. И поэтому однажды свиньи поцеловали свою мать на прощание и отправились в большой прекрасный мир. Ночи были холодными, и три поросенка знали, что скоро им понадобится убежище. По дороге они прошли мимо продавца, который продавал солому. Второй поросенок и третий поросенок засмеялись и пошли своей веселой дорогой. Но первый поросенок, который был самым ленивым из трех поросят, остановился. «Если я куплю эту солому, я смогу построить дом в течение часа», — сказала свинья. «Тогда у меня будет достаточно времени для пения, игр, танцев и сна». И это именно то, что сделал маленький поросенок. Но пока маленький поросенок дремал в своем новом соломенном домике, большой злой волк наблюдал за ним и ждал. Его желудок урчал от мучительного древнего голода, и мерзкая черная слюна пузырилась в горле, когда он фантазировал о сладкой, сочной свиной плоти. Его ненасытный голод не утолялся слишком долго, и в этот день будет много кровопролития. О да, это будет действительно так. Большой злой волк бесшумно приблизился к соломенному домику, облизывая губы в предвкушении ужасного пира. Он едва мог сдержать свой легкомысленный смех, когда подполз к входной двери, которую и дверью-то не назовешь, и глубоко вдохнул запах свиньи внутри. «Поросенок, поросенок, впусти меня!» — сказал он. Слова жгли его пересохшее горло. «Даже не думай просить сить-сить!» — закричала свинья. Насмешка свиньи позабавила волка. Призрак смерти скребся в его дверь. Эта слабая попытка высмеять его не спасла бы. Большой злой волк прищурил глаза, затем фыркнул. А потом он затянулся и сдул дом. Свинья завизжала от удивления и ужаса, когда его соломенное укрытие развеялось на зловонном ветру, оставив его голым и уязвимым. Маленький поросенок попытался убежать, но большой злой волк мгновенно набросился на него, прижимая свинью к твердой земле своими огромными лапами. Острые когти глубоко вонзились в плоть свиньи, и внезапно для маленького поросенка не осталось ничего, кроме темной, искаженной вселенной страха и боли. Боли, которая только началась. Большой злой волк пускал слюни и скрежетал зубами, наслаждаясь своей славной победой. Свинья билась под ним, всхлипывая и умоляя освободить ее, но насмешка свиньи все еще звучала в ушах волка, и пощады не будет. Волк широко раскрыл пасть, а затем оторвал длинную полоску мяса от плеча маленького поросенка. Кровь брызнула на остатки соломы на земле, когда свинья завизжала. Волк лизнул блестящую рану, глубоко вдыхая ее медный запах, а затем оторвал вторую полоску от того же плеча, обнажив кость. «Нет, боже мой, нет!» — закричала свинья. Голод волка стал невыносимым, и он сжал челюсти над тем, что осталось от изуродованного плеча свиньи. Он откусил, оторвав свинье всю переднюю ногу, и проглотил ее целиком. Поросенок перестал сопротивляться. «Пожалуйста», — прошептал он. «Пожалуйста, убей меня». В ответ волк откусил свинье другую, переднюю ногу, поймав восхитительную струю крови на кончике языка. Он чувствовал, как к нему возвращаются силы. Большой злой волк встал на задние лапы и завыл. Маленький поросенок попытался уползти на своих окровавленных обрубках. Это позабавило волка даже больше, чем его насмешка «даже не думай просить сить-сить». Поэтому он наблюдал, как свинья продолжала свою слабую попытку убежать, рисуя на земле две малиновые линии. В животе волка заурчало. А потом он бросился на свою добычу и проглотил маленького поросенка. Когда второй поросенок и третий поросенок пробирались по большому прекрасному миру, они прошли мимо продавца, который продавал древесину. Третий поросенок на мгновение заинтересовался, но быстро передумал, в то время как второй поросенок присмотрелся повнимательнее. «Если я куплю это дерево, я смогу построить дом до наступления ночи», — сказала свинья. — Тогда завтра у меня будет достаточно времени для пения, игр, танцев и сна. И это именно то, что сделал маленький поросенок. Но пока свинья дремала, большой злой волк полз по ночному воздуху, освещенный только полной луной.
Его морда все еще была запятнана кровью его предыдущей жертвы, но голод остался. С большой осторожностью он приблизился к деревянному дому, рассеянно играя с новым ожерельем, которое он носил. Ожерельем, сделанным из ушей и зубов первого поросенка. Он все еще чувствовал вкус маленького курчавого хвостика свиньи. Волк постучал в дверь. «Поросенок, поросенок, пусти меня! Даже не думай просить сетить!» Волк нахмурился. Он ожидал насмешки. На самом деле он надеялся на это. Но он не ожидал такой же насмешки. Неужели свиньи замышляли что-то против него? Играли с ним? Это не имело значения. Свинья была обречена. Волк пыхтел и пыхтел и пыхтел, и, наконец, сдул деревянный дом. Поросячьи глазки блеснули в лунном свете, широко раскрытые от страха. Неужели он не понимал, что от большого злого волка не может быть убежища? Эта свинья не собиралась принимать быструю милосердную смерть, которая была дарована его брату. Эта свинья будет страдать. Эта свинья собиралась узнать истинную природу агонии. Прежде чем свинья успела убежать, волк подобрал зазубренный кусок дерева. Со своей поразительной волчьей силой он вонзил его прямо в одну из ног свиньи и глубоко в землю под ней пригвоздив поросенка. Свинья завизжала и отчаянно попыталась освободиться, но его усилия были напрасны. Волк провел когтем по рваной шее, а затем поднес его к морде свиньи. «Вдохни поглубже!» — прорычал он. «Это запах твоей кончины!» «Пожалуйста!» — умолял маленький поросенок. «Ты не должен этого делать!» «Хм, неужели?» — поросенок покачал головой. «Ты этого не сделаешь!» — волк зарычал. «Ты смеешь говорить за меня? Ты думаешь, ты знаешь меня? Ты думаешь, что можешь заглянуть внутрь меня? Ты ничто, маленькая свинья! Ничто! Я покажу, что ты такое!» Волк полоснул когтем по жирному животу свиньи, и из него потекли красные буквы, образовавшие единое слово. «Мясо!» «Что ты об этом думаешь?» — спросил волк. Поросенок плюнул ему в лицо. Гнев вспыхнул в волке, но он держал себя под контролем. Если он выйдет из себя, то слишком рано оборвет жизнь своей жертвы. А это совсем не годится. Вместо этого он вырезал еще несколько слов на плоти свиньи. «Свинина, бекон, сало, сосиска». Свинья визжала и визжала, метаясь взад и вперед, и страдания существа были блаженной музыкой для ушей волка. Слова становилось трудно читать, и поэтому волк жадно слизывал лишнюю кровь. Свинья вдруг перестала визжать и вырываться. Глаза поросенка остекленели, и он тупо уставился в никуда. Был ли он мертв? Неужели волк все-таки потерял контроль над собой? Волк приложил ухо к груди свиньи и прислушался к сердцебиению. Нет, он все еще был жив. Просто в ступоре. Свинья отступила в безопасное место в своем сознании, где не было ни крови, ни смерти, ни волков. Волк провел когтем по щеке свиньи, чтобы побудить ее вернуться к реальности. Свинья никак не отреагировала. Выругавшись себе под нос, волк вспорол свинье брюхо. Один из его когтей зацепился за кишки, выдергивая их, как толстую веревку. Волк уткнулся мордой в открытый живот свиньи и с жадностью поглотил его, пожирая свинью изнутри. Когда не осталось ничего, кроме зубов и ушей, волк добавил их к своему ожерелью. Когда третий поросенок пробирался по большому прекрасному миру, он прошел мимо продавца, который продавал кирпич и строительный раствор. «Если я куплю эти кирпичи и строительный раствор, мне потребуется много времени, чтобы достроить свой дом», — сказал маленький поросенок. «У меня не будет времени для пения, игр, танцев и сна, но у меня будет надежное укрытие». И это именно то, что сделал маленький поросенок. Пока свинья спала всю ночь, подошел большой злой волк.
«Ни один кирпичный дом не сможет меня удержать», — сказал он. «Я сдую его так же, как я сдул дом из соломы, и так же, как я сдул дом из дерева». Он постучал в дверь. «Поросенок, поросенок, впусти меня!» «Даже не думай просить сить-сить!» Волк усмехнулся от этой дерзости. А потом он пыхтел и пыхтел, и дул изо всех сил, но дом все еще стоял. Неустрашимый волк сделал еще один глубокий вдох, наполняя легкие воздухом, а затем он дунул. А затем он дунул еще. А затем он дунул еще с большей силой. И все же дом все еще стоял. Как это могло случиться? Его пыхтение никогда раньше не подводило его. Был ли он в расцвете сил? Означал ли это конец его царства террора? Будет ли теперь имя большого злого волка источником смеха для маленьких поросят по всему миру? Большой волк чувствовал себя беспомощным. Импотентом. Нет, должен же быть другой способ проникнуть внутрь. И тут он увидел это. Дымоход. Глупая свинья, возможно, и смогла построить дом, который мог выдержать силу волчьего дыхания. Но он забыл полностью изолировать строение. И это было его трагическим падением. Волк взобрался на крышу кирпичного дома, а затем спрыгнул в трубу. Он погрузился в котел с кипящей водой. Прежде чем он успел выпрыгнуть из смертельной ловушки, свинья захлопнула крышку котла, заперев его внутри. В темноте котла волк отрекся от своих собачьих богов. Его мех свалялся кровавыми клочьями, а кости в лапах разлетелись вдребезги, когда он ударил ими по крышке. Медленно, очень медленно большой злой волк закипал до смерти. Его труп плавал в воде еще долго после того, как огонь погас. На следующее утро поросенок снял крышку и засмеялся над мертвым волком. Он решил пойти за своими братьями и показать им тело того несчастного существа, которое... Свинья застыла в ужасе. У волка разорвалось брюхо, и его последняя непереваренная еда плавала в воде. Хотя они были хорошо сварены, поросенок узнал мордочку своего брата и отрубленную ногу второго. Маленький поросенок рухнул в угол. Он закрыл глаза и закричал от боли. Он кричал, кричал и кричал. Весь его мир рушился вокруг него, в то время как его кирпичный дом стоял прочно.